Всем привет! С вами Семенкевич Юлия, врач спортивной медицины, кинезиолог и подиат. И это моя рубрика «О здоровье за 5 минут» на канале FormTotics. Здесь мы говорим о взаимосвязях структур и систем организма, а также о влиянии всего этого на наше здоровье. В прошлом выпуске я рассказала о том, что такое кинезиология, об истории этой науки и первых кинезиологов в России и в мире. А в этом выпуске вы узнаете, что такое биомеханика, какую роль в нашем теле играют анатомические пояса и почему нам так важно знать о них. Ну а в конце этого выпуска я расскажу о самой серьезной угрозе 21 века и раскрою причину множества проблем со здоровьем. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в комментариях. Итак, все мышцы в нашем теле связаны друг с другом через мышечные цепи. И все эти части должны согласованно работать друг с другом. Если одна из частей получила травму, то выпадает вся мышечная цепь. Если выключается одна из цепей, то это опосредованно повлияет на другие мышечные цепи. К примеру, если у нас есть слабость мышц живота, то автоматически для сохранения баланса, то есть чтобы удержать тело в вертикальное положение и не упасть, мышцы поясницы будут укорачиваться. Что в итоге будет болеть? Спина. А причину боли нужно будет искать в передней цепи, то есть разбираться со слабостью мышц живота. Как вы уже поняли, все мышцы у нас натянуты в виде одной единой ленты с маленькими перерывами на костных точках. Для многих специалистов оздоровительной медицины, таких как кинезиологи, массажисты, мануальные терапевты, подиатры, кинезиологическое тестирование мышц – это диагностический инструмент, благодаря которому можно выйти на приоритетный регион травм. Внимательный специалист выстраивает картину заболевания на основе жалоб пациента. Но мы уже изначально можем оценить, как чувствует себя тело – стоя, сидя, лежа, в шаге. Самые сильные нагрузки человек получает в положении стоя. К примеру, если у вас болит шея в положении стоя, а в положении сидя боль уходит, то проблема кроется в ногах. Если стоя возникает головная боль, а в положении лежа и сидя проблема уходит, то это проблема в ногах. Если же у вас боль возникает сидя, значит приоритетная проблема может лежать на уровне таза. Благодаря механизмам компенсации повреждений травм, тело находит варианты адаптации к региону травмы за счет других участков мышечной цепи. Зачастую при этом случаются перегрузки прилегающих участков и возникают те или иные проблемы в теле. Так что же такое анатомические пояса? Анатомическими поясами Томас Майер и его последователи называют мышечно-коллагеновую сетку, пронизывающую наш организм. Все мышцы, связки, сухожилия и фрагменты эластичной соединительной ткани они рассматривают как систему из 12 комплексов взаимосвязанных элементов. Более подробную информацию об анатомических поясах вы найдете в одноименной книге. Ссылку на книгу я оставлю в описании. Знания об этом могут пригодиться не только врачам, но и людям, которые занимаются спортом, танцами или просто привыкли следить за своим здоровьем. Эта информация помогает добиться улучшения результатов тренировок и освоить несколько нехитрых приемов для самостоятельной диагностики осанки и снятия мышечных зажимов. Но для работы с болью и нарушениями движений все-таки потребуется помощь специалистов. Ну а теперь о самой серьезной угрозе 21 века. Лишний вес и гиподинамия являются причинами множества проблем со здоровьем. Поэтому три простых совета для повышения качества жизни. Откажитесь от вредных привычек, соблюдайте питьевой режим и больше двигайтесь.